Мировая паутина научит детей правилам дорожного движения. Петербург принимает участие во всероссийской интернет-акции. Проект «Безопасность детей на дороге» работает в северной столице до 27 июня. Больших усилий участие не потребует. Достаточно выйти в сеть, зарегистрироваться на портале акции и выполнить одно из нескольких заданий. Жителям предлагают придумать краткий слоган, баннер или эмблему на тему правил дорожного движения, а также пройти мини-тест и поделиться своим опытом безопасного поведения на дороге.